Всем здорова, дорогие друзья! Продолжаем проходить игру под названием Oakwood. Вот, про динозавров. Ужастик-хоррор с динозаврами. Походу, разработчики... Так, погоди, здесь надо спрятаться, да? Нас убили туда. Оп, отлично. Че, он сморкается там, да, по-моему? Я так делаю, когда я болею. Так. Чувак, если ты не будешь срать в туалете, да иди нахер с толчка и дай мне убежать в ужасе отсюда. А, все, я могу уйти, да, теперь? Он ушел. А куда он ушел? А, он ушел в ту дверь. Так, валим, короче, валим. Прогресс сейвит, отлично. Кстати, заметили, да, сохраняется очень-очень часто. Короче, вот, разработчики, походу, вдохновлялись фильмом. Смотри, хвост опять. Фильмом парковского периода. То, что прям вот, да, места, вот это все похоже. Микроволновка. Мне, короче, его отвлечь надо, да? Микроволновкой. Сейчас, погоди. Сейчас дзынькну. То есть я могу, да, посмотреть, как он себя поведет, нет? Окей, ладно. Все, походу он убежал к микроволновке. И теперь нам надо обойти его. Ругается там что-то. Это что за дымок? Так, мне куда-то. У этих рапторов, у них, короче, это, ну, очень сильное чутье, кстати. Не закрыть мне дверь? Я думаю, в реале бы, вот так вот с фонариком, даже вот сейчас, если бы с фонариком проходил, он бы меня заметил. Он бы меня заметил и... Блин, твою мать! Мне надо убежать! Все, я убежал? Выбежали на улицу, отлично. Выбежали на улицу. Как меня добивает, как он сморкается, это просто пипец. Окей, ладно, смотри, мы снова на улице, мы снова в дубовом лесу. Баскетбольная площадка уже на улице. Так, if onion. Onion raids. Дилан, что-то про Дилана, короче. Зоя пишет про Дилана. Окей. Смотри, такие, да, эти сетки, вот это реально как в парковского периода было. Только здесь вот непонятно, откуда, почему взялись динозавры. Просто откуда они здесь взялись. Записка по-любому, наверное, пишется, но, блин, читать и переводить я... Это будет очень долго и будет очень мучительно. Вот Pain Forest какой-то, короче, лес. Какие-то лианы, блин. Слышал, да? Окей. Ой, ё-моё, кусты. В кустах, помните, в этих... парковского периода, там в кустах такие маленькие падлы, короче, бегали, которые стаями. О, слышишь? А, нет, это раптор. Смотри, пробежал раптор. Но почему-то он меня не съел, не захавал. Пролезай, как он... Как будто в ванну с чьей-то. Окей. Так, водопад.
Да, это раптор опять. Я-то думал, здесь будут мелкие, короче, эти твари. Так, это чё? А, что-то e-mail Зои, что ли? Hey, Зои! Чек, что-то здесь, please. Ем. Короче, опять что-то ест. Опять что-то ест, короче. Ладно. Блин, знать бы, куда бежать, короче, просто. Я бегу напрямик через кусты. Через кусты, блин, опасно бежать. Вот реально опасно бежать через кусты. О, братцы. Что-то про монстров. Точка, точка. Точка. Ниц, газ. Газ. Топлива нет, что ли? Так, надо бензин найти. Надо найти бензин. Может, мы уедем, да, на этой тачке? Кстати, джипар тоже, кстати, похож, да, из этого парковского периода, кстати, да? Так, смотри, тупик. Тупик. Воу-воу-воу-воу-воу! Короче, здесь ограничено какое-то, да, время, походу, или что? Туда к забору, короче, не подходим. Так, машина здесь. Вон машина. К забору не подходим. А есть тут еще какой-нибудь проход? Другой. К забору я не иду. Окей. О! Смотри, канистра. Отлично, канистра. Покрышки, колеса новые. А здесь что? Понятно. Бежим, короче, к машине. Бежим к машине. О, твою мать! Бежим к машине, короче, заправляем машину и валим отсюда нахер. Уезжаем, уезжаем. Трандулет, трандулет, меня погоди. Нормально так? Без меня уехал. А, понятно. Понятно. На машине мы не уедем, короче. Охереть, просто смотри ты. По голову в кустах вообще. Бегом. Мимо меня пробежал. Я его только что видел. Я видел его хвост. Падлы. Они как акулы, знаете. Просто жертву свою окружают. Так, музычка и заиграла. Слышишь? Падла. Чуть не догнал. Ладно, допустим. Еще дверь открылась. Я, короче, подал какое-то электричество. Такой, куда? Зачем? Так. Опять бежит! Опять бежит за мной! Слышишь? Прекращай. Прекращай. Они же быстро бегают. Твою мать, он меня сейчас догонит. Он близко. Он очень близко. Твою мать. А куда мне бежать-то? Как? Давай, 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 беги. Я знаю, ты успеешь. Беги. Он опять близко. О, хижина. Хижина. Вижу хижину. Отлично. Это
давай, 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 давай. Мухи летают, как будто здесь насрано. Окей, так, плиз. То щипчато 95 год. Да, нет. Так, здесь рычаг никакой не надо нажимать. Нет. Ладно, прокопано. Окей, ладно, бежим дальше. Бежим дальше. Снова по густам. Знаешь, каким-то уже каким-то там какие-то в лесу с папоротниками какими-то, да, блин. Понятно. Вообще куда бегу-то? Не, нормально, норм. Тупик? А куда я бежал? А куда мне бежать? Хотя бы какие-то указатели, не знаю, показывали бы. О! Так. Дырка закрыта. Дырка закрыта. О, дырка открыта. Залазим в дырку. Четко. Отлично. Прорвались в какую-то канализацию. Сейчас будем, наверное, по канализации ползать. Но, я же говорю. И глотнуть немножко. Так. Фонарик, конечно, светит только под ноги, вот если только под ноги светить. Потому что вдали ни черта не видно. Так. Опять. Внимание! Внимание! Кто, коллектор, что ли, или что? Как херня с водой. С водой, наверное, да? Там. Вон там, там, там была. Так, лестница. Лестница. Почему главный герой не может прыгать? Просто сейчас бы запрыгнуть и... Все, и выбраться. Нет, мы сейчас будем блуждать по этим канализациям. И... Полюбасу сейчас наблуждаем все проблем на жопу. Так. Какой-то аварийный свет, что ли? Блин. Какой-то лабиринт. Катакомбы. Это пипец, как жестоко, блин. Столько развилок просто. Тупи... Еще не вывалилось. У меня-то здесь кирпич вывалился. Погоди, куда идти-то? Тупик. Блин. Вот хер поймешь, куда идти. Просто. Так, если лампочки здесь, может, это обозначает то, что я правильно иду, нет? Окей, смотри, дверь. Какая-то дверь. А, смотри, я правильно. Я правильно вышел, я нашел выход. Отлично. Ну, давай еще фонарик сдохни. Это мне еще не хватало. Лампа возьми. Лампа возьми. Видишь, у тебя фонарик мигает. Периодически. Ну, пипец. Давай, давай.
Мне как раз этого не хватает, просто вот. Я очень жажду. О, смотри, он кого-то ест. Криндец фонарик. Твою мать. Ну и... Ну и... что-то... Pumping 3. Что-то 3. Power. Питание подать, что ли? Хер с ним, не знаю. Ну все. Нам лампу надо найти какую-то, я не знаю. Что-то Зоя опять. Понятно, слишком много всего. О, смотри, очки ночного видения, отлично. Очки ночного видения. Только слишком ярко как-то. Опять записка. Записка. Генератор. Да, короче, что-то надо... Запустить, короче, какой-то генератор какой-то запустить. Окей, смотри, у нас батарейка тоже сажается. Батарейка сажается. Твою мать! Ушел, да? Вот три рубильника, ну и чё? Погоди. А, во. Так, один есть. Надо три штуки, я так понял. Понятно. Один есть. Вот еще один. Еще один. Клево. Слышишь? Тихо. Он где-то рядом. Прошел. Так. Походу ушел. Так, все, да? Что мне надо? Сюда, да? А, твою мать! Как так-то? Почему он так бесшумно подкрался? Твою мать, опять заново. Ладно. Так, ну мы в принципе разобрались, что надо делать. Этот сраный чувак с капюшоном. Так, куда мы пошли тогда? Сюда. Вот сюда, где-то здесь, короче, одна, да? Была. Где? А, где? Твою мать! Себа стать отсюда. Кусок говна, блин. Отлично. Раз. Вот второй. Два. Где топает? Блин, твою мать! Как он там очутился? Динозавры умеют телепортироваться, что ли, или чё?
Ладно, говно ушастое. Сейчас и... Сейчас все будет по красоте, короче. Так. Куда-то сюда. Да, вот здесь. Раз. Свалил нахер от меня. Раз. Твою мать! Уходи. С какой стороны он топает-то? Я не помню, как они называются-то эти. Динозаврики, которые... Да блин, твою мать, а! Вот хрен поймешь, откуда, где он идет. Такое ощущение, как будто он уходил, блин, не знаю. Кусок говна, блин. Так. Вон у него зад, короче, в потемках мелькает. Где? Твою мать. Вот. Раз. Чисто. Чисто. Где? Так, второй. Два. Два. Так. Три. Вот где? Ладно, будем стоять ждать. Будем стоять ждать. Будем ждать. Пока не исчезнет звук его топота, копыт. Вон он. Так, отлично. Так, куда мне? Свалил. Отлично. Отлично. Быстро. Быстро. А теперь куда? Там, по-моему, заслонка, да, какая-то? Должна открыться вот здесь. О, блин. Слышишь, да? Слышишь? Давай в мусор куда-то. Все, отлично. И ночное видение у меня тоже сдохло. Ни фонарика. Никакого вообще освещения. Будем ориентироваться по этим, по фонарям. Отлично. Достижение. Мне ж в горле пересохло, блин. Надо сглотнуть чайку. Для рывку. Все, выход? Нет? Выход? Нет? Мусорка, это свалка. Да ладно. Я не могу через воду пройти.
Так. А, я там, наверное, это... Выключил воду, да? Выключил душ. Окей. Прогресс сейвит. Отлично. О! Файер лежит. Отлично. Неизвестная локация. Файер. А чё не берёшь-то? И чё мне? Фонарик сдох. Смотри, вон файер ещё. Будь осторожен, что-то. Будь осторожен, следи за собою. Так. Отлично, он файер, еще один. Короче, я понял, мне надо по этим файерам бежать. Мне показывает путь. Показывает путь. Так, прогресс сохранен. Да ладно! Поржал сейчас? Тираннозавр? Может быть. У нас же главный герой не может ни сражаться, ни черта. О бог ты мой. Окей. А это смотри, да, как арена какая-то. Да это сделано. Да ладно, да ладно. Стой. В смысле? Да я ж стою на месте, ты чё? Я ж стоял на месте, какого хера? Да, в смысле, даже камеры нельзя, что ли, поворачивать или чё? Ладно, давай попробуем. Попробуем просто встанем, короче, и даже камеры не будем поворачивать, будем стоять просто, как дерево просто. Так, где там? Ну давай, здоровяк, выходи. Я сейчас стану, я сейчас тебя победю. Я буду стоять на месте, и ты проиграешь. Все, стоим. Стоим и не двигаемся. А знаешь, блин, он прям охота это мышкой повернуть, за ним проследить, как он пройдет. В смысле? Я стоял на месте. В смысле? А чё? Или под дерево надо встать? Может, под дерево надо встать как-то? Заметил, у меня в другом месте сохранка прошла, походу. Ну-ка, давай здесь встанем.
А под дерево надо. Да, под дерево надо было встать. Под кусты. Да ну нахер! Нахера? Ну нахера это? Как всегда, не вовремя. Звонок другу, блин. Давай, 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 давай. Все, он не пролезет, да, здесь? Отлично. Мы справились, мы справились. Прогресс сейвит. Отлично. Нормально такая взяла, позвонила, блин. В принципе, да, как бы вот так вот и требовалось ожидать, что что-то произойдет, вот так вот, знаешь, стоять, там же не шуметь, ничего нельзя. По любасу. Для экшена должно было что-то произойти. Давай, 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 узкий проход, ныряй. Отлично. Все. Соси. Соси, клыкастый. А, он что, прорвался, что ли? Кожаный. Кожаный ублюдок. Ублюдок. Хера. Хера. Здесь какое-то побоище, что ли, смотри. В смысле? А что-то я не понял. Это уже как бы это не дело рук динозавров. Черепа на эти. Это уже кто-то выстроил здесь. Рука. 97-й год. Green Lake что-то. Хера. Опа! Рация. А, ну привет. Короче, ты козел сожрал ту бабу, которая со мной разговаривала по рации. Нормально. О! Походу и нам кранты. Ок вот. Короче, нихера не хэппи-энд. Убегали, 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 и нас захавали все равно. Только непонятно, да, вот как это все выложено, эти черепа на кольях. Что-то здесь не то. Было бы прикольно, если бы разрабы сделали бы даже вот такой же короткий, да, вот инди-хоррор, но как продолжение бы вторую часть. Прикольно было бы, чё. Было бы вообще шикарно. Игруха мне понравилась. Да, реально понравилась. Обратить внимание стоит. Вот. Ну и вам, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, комментируем, пишем отзывы свои. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока!